Наша съемочная группа проехалась по магазинам города. Ценники на витринах от 800 до 1300 рублей. Где-то бумаги вовсе нет. Кстати, в некоторых торговых точках появились объявления. Одна пачка бумаги в одни руки. Совсем отказаться от белых листочков А4 невозможно. От студентов ждут печатный формат курсовых, дипломных работ. Да и большинство документов необходимо именно распечатать. Без этого, увы, никуда.